всех на своем канале. Вот так выглядит уже с духами это все. Там прожилки, конечно. Если хотите, чтобы прям четкий такой рисунок был, можно черным прямо таким сделать эти прожилочки все. Так, снаружи это тоже все так красиво смотрится, нежненько. Так, вот такой крестол. Кружево нежненько. Кстати, вот краска не совсем просохла немножко. Показываю, тут кое-где белесая, так она уже. Сейчас я переверну. Я просто вам показываю, она полностью засохнет. Лучше, конечно, говорила, уже лаком покрыть. Всем до новых встреч. Жду пальчиков.